Стеклофибробетон уже хорошо известен на российском рынке. Из этого материала можно изготавливать архитектурные элементы любых форм и очертаний. Проследим за этапами изготовления изделий на производстве. Стеклофибробетон – это высокопрочный, экологически чистый материал, обладающий большой эластичностью и позволяющий изготовить абсолютно любое изделие, как по сложности формы, так и по фактуре. Также изделие может быть абсолютно любым по цвету. Например, данная маска выполнена в фактуре под песчаник, а данная скульптура льва выполнена в гладкой фактуре и выкрашена. Стеклофибробетон можно назвать нанотехнологией в современном строительстве. При всей своей сложности изделия стеклофибробетона стоят относительно недорого. В состав стеклофибробетона входит цемент высоких марок, кварцевый песок и стекловолокно. В производстве изделий из стеклофибробетона все начинается с чертежей. Чертеж должен быть идеальным точным, потому что ошибка на миллиметр в чертеже может привестись к расхождению на полметра на объекте. Перед тем, как отдать задание в работу, его прорабатывает группа архитекторов. Мы находимся в модельном цехе. Здесь изготавливают модели из архитектурного пластилина или гипса. Также возможно в изготовлении моделей применение пенопласта для облегчения изделия и его удешевления. Крупные модели изготавливаются из пенопласта, возможно изготовление из МДФа. Из пластилина изготавливаются сложные формы, сложные модели, где нужен непосредственно четкий рисунок и качество прорисовки. Из гипса делаются простые типовые формы методом протяжки либо заливки. При изготовлении модели изначально мы делаем очистку поверхности посредством нанесения на нее специального масла. После этого на очищенную поверхность мы выливаем гипс в небольшом количестве. После этого на гипс накладывается пенопласт, служащий основным заполнением нашего элемента модели. После чего происходит заливка непосредственно основного гипса. При помощи специального шаблона мы делаем протяжку непосредственно модели нашего элемента. Заливку гипса и протяжку повторяют несколько раз. Для изготовления каждой модели по чертежу изготавливается специально шаблон, который вырезается на специальном станке по чертежу один в один. После этого его передают в модельный цех для изготовления пробной модели. Шаблоны в основном вырезаются из МДФа либо фанеры. Готовая модель естественным способом сушится порядка 2-3 суток. Данная модель, которую мы изготовили только что, сушилась в сушильной камере при помощи тепловой пушки в течение 2-3 часов. Хорошо видно два слоя. Первый – это основной гипсовый слой, а также виден слой пенопласта, который служит для заполнения. После того, как модель высохла, ее доводят исключительно вручную, полагаясь на остроту зрения и чувствительность пальцев различными шкурками, чтобы модели придать готовый вид. После этого модель принимает архитектор-проектировщик, и если она проходит проверку, ее передают в формовочный цех. Далее модель попадает в форматорный цех, где с данной модели будет снята форма. Работа в форматорном цехе происходит несколько этапов. Сначала на модель накладывается воск. Воск нужен для того, чтобы отделить заготовку от будущей модели. После этого накладывается глейкоут. Это специальный состав, который позволяет лицевой стороне будущего изделия быть гладкой. Далее, спустя сутки после того, как глейкоут высохнет, наносится стеклоткань. Работы в форматорном цехе вредные, поэтому не на камеру. Работы ведутся с использованием всех необходимых средств индивидуальной защиты. Стеклоткань выкладывается в 3 слоя. Каждый слой пробивается полиэфирной смолой, после чего оставляется сохнуть еще на сутки. К деревянной опалубке прикручивается форма болтами, и после этого она готова к использованию и заливке. В зависимости от сложности изделия и его размеров, формы могут быть пластиковыми, могут быть резиновыми, а также могут быть из МДФа. Нагляднее понять вышесказанное поможет очень интересная модель и форма для этой модели. Например, данная модель сделана из архитектурного пластилина и выкрашена в цвет. Давайте рассмотрим непосредственно форму для данной модели. Модель состоит из пластиковой формы. Форма сделана из двух
частей. Пластиковый. А также резиновый. Здесь резина специально разделена для того, чтобы изделие финальное можно было легко вытащить. Для резиновых форм используем пластиковый кожух. После форматорного цеха мы попадаем в заливочный цех. Здесь готовят стеклофибробетон по специальной рецептуре. Процесс заливки рассмотрим на примере лестничного марша. Перед заливкой форму продувают воздухом для удаления пыли и возможных попавших туда частиц. После этого форму смазывают специальным раствором для того, чтобы конечное изделие можно было легко изъять из формы. При помощи пистолета и высокого давления смесь наносится на форму, тем самым образуя предварительный первый слой. В случаях сложных форм дополнительно изделия обрабатываются вручную, после чего дополнительно наносится второй слой с подачей уже стекловолокна. После этого изделие прокатывается и наносится еще раз повторно третий слой, после чего изделие прокатывается валиком. Добавление стекловолокна связано с тем, что оно армирует непосредственно бетон и позволяет получить некую кристаллическую решетку, которую позволяет упрочнить изделие. Уникальность данного материала в том, что его можно использовать не только в архитектуре, но и применяется непосредственно в строительстве. Например, можно изготовить из данного материала опоры мостов. После того, как мы произвели заливку, готовое изделие передаем в пропарочный участок, где оно отвердевает еще порядка 6 часов. После чего наше изделие остается только отшлифовать, и оно готово для отправки на объект.